Я сейчас тебе такое покажу. Ты просто будешь в шоке. Что там? Смотри. Ой, девчонки, привет. Привет, Дим. Привет. Что там у тебя? Ничего, это вообще девчачье. Что ты лезешь? Это вообще-то моя сумка. Дим, как тебе не стыдно? Ну, да и пожалуйста. Я предлагаю нам пойти, да? Да, пойдем. У нас дела. А я с вами. Ну, Дима. Я тоже рад вас видеть, девчонки. Пойдемте, куда вы хотели? Свет, ну что ты мне хотела показать-то? Когда Дима не будет, смогу показать. Слушай, а купи нам хотя бы кофе. Мы что, тут просто так должны сидеть? Кофе вредный, возьму вам лучше чая. Во-во-во, он там где-то на третьем этаже. Окей. Ну все, теперь мы от него надолго избавились. Девчонки, вот чай. Спасибо, Дима, ты такой хороший друг. Что бы мы без тебя бы делали? Да ладно вы, засмущали прям. Дима, слушай, а ты не знаешь, в этом торговом центре есть какой-нибудь канцелярский магазин, например? В этом нет, но вот если пару километров пройтись по улице, то будет. Шикарно! Дим, слушай, в школе сказали прям очень срочно купить, это как его... Блокнот! Да, блокнот, знаешь, красивый. Чтоб прям у всех челюсти поотваливались. Так что вы, ну на mosik.ru заказали бы, я вот уже все заказал. Смотрите, какой крутой. Спасибо, Дим, за совет. Ты реально очень хороший друг. Но вот знаешь, чего бы мы точно очень сильно хотели бы с Викой? Может, в кино сходить или покушать? Дим, купи мне куклу. Свет, ты чего? Ты вообще-то уже большая. Какие куклы? Да я обычную куклу хочу с косичками. Ну вот помнишь, у меня косички раньше были? Где хочешь, там и находи. Но мне нужна эта кукла прямо сейчас. И мне тоже кукла нужна. Ангел, кукла-ангел. Вы что, обалдели? С чего я должен вам что-то покупать? Дим, ну понимаешь, нам очень нужны куклы. Да. Я тебе сейчас деньги дам даже. Вот, купи нам, пожалуйста, кукол. Ну, вы же понимаете, я даже не знаю, где они такие продаются. У меня на это куча времени уйдет. Ты, главное, не торопись. Ты иди, найди где-нибудь. Вон туда, ладно. Иди. Ну, девчонки. Вроде ушел. А если вернется? Тогда нам надо куда-то уйти. Пошли. Где этих кукол искать? Обалдеешь! Да ладно! iPhone 14 Pro! Это мне? Ты чё, конечно же нет, это я себе купила! Смотри, темно-фиолетовый! Это новый цвет, таких вообще не было! Свет, а можно вот хотя бы потрогать? Аккуратно, да, из моих рук, вот чуть-чуть! Какой гладенький, какой хороший. Так, все, думаю, хватит. Ты так много отпечатков оставишь. А он новенький, мне еще им пользоваться. Я уже все обошел. Может, на третьем есть? Не люблю лестницы. Ну, вот так и сейчас сфотографируй. Света, я уже 100 фоток сделала с тобой и с твоим новым айфончиком. А ты сказала, что у тебя для меня сюрприз. Ну да, сюрприз. Это же эмоции. Какие еще эмоции? Слушай, ну кто же, как не лучшая подруга, порадуется за то, что у меня теперь 14 Pro айфон есть. Вик, ну ты что, обиделась? Ну дам я тебе с ним сфотографироваться. Только не говори, что новый айфон сейчас расторгнет нашу дружбу, а? Точно дашь сфотографироваться? Конечно. Кстати, а где там Дима? Наверное, где-то кукол этих ищет. Вик, слушай, давай договоримся, когда Дима принесет нам эти куколы, мы будем так радоваться, что они у нас теперь есть, будто эти куколы новенький айфончик. А вот про это Диме ни слова. Спасибо большое. Купил я эти куколы. А что они такие дорогие? Волшебные, что ли? А еще, прикинь, у него камера намного больше, чем у прошлого айфона. Девчонки, вы что, от меня так специально далеко спрятались? Дима! Прячь, быстрее. Вы зачем так далеко сели? Я вас еще полчаса должен искать, да? А ты зачем пришел? Мы уже думали, ты домой уехал. Ага, конечно. Закрывайте глаза. Ладно. Раз, два. Чего? Ну, как вам? Это вот на тебя похоже. А это, как просили, кукла-ангел. Я не понял, вы что, не рады? А мы в шоке были! Да, речи потеряли кукол, такие классные, просто! Настолько они вам понравились? Да! Побежали быстрее с ними играться! Да. Эй, девчонки!
Неужели им так нравятся эти куклы? Честно, меня уже так достали эти куклы, Вик. Сколько еще времени мы можем притворяться, а? Я вообще не понимаю, сколько нам еще это надо делать. Девчонки, ну признайтесь, вы меня пранкуете. Ну не могут вам эти куклы нравиться. Нам очень они нравятся, ты че? Ты посмотри, какие они прикольные. Лучше скажи, во что их одеть? А, во что, во что? В наш мерч, конечно. Ребят, вы же знаете, что мы выпустили свой мерч. Ну конечно знаю. Но на mosik.ru продаются и свитшоты, и футболки, худи, и блокноты, и пижамы, и куртки, и все. Вот именно. А ты еще спрашиваешь, во что куклу одевать? А для кукол тоже есть размерчики? Так, для детей, для женщин, для мужчин. Дима, для кукол нету. Конечно, потому что мерч, он для настоящих фанатов, а не для игрушек. Хорошо, что хоть у нас есть мерч, а на куклу я надену. Точно, у меня же браслетики есть, я браслетик надену на куклу. Я не понимаю, как могут нравиться эти куклы. Достали эти куклы. Света, ты мне обещала сфоткаться с айфончиком. Да там, сама уже по нему соскучилась. Ага, понятно. Ну дай, подержу. О, блин. Сфоткать? Да. Хорошо видно, да? Ага. Ага. То есть вы здесь. Ну, а мой iPhone 14. А ну отдай. Тебя это вообще не должно касаться. В смысле меня не должно касаться? Я вообще-то вам за этими куклами дурацкими бегал. Я не хотела всем говорить. Только вот лучшей подруге рассказала. А кукол, ну, молодец, что купил. Хочешь, отдай сестре. Ах так, тогда пойду сейчас и их выкину вообще. Не надо мою. Мне понравилось. Спасибо, Дима. Бе-бе-бе-бе-бе. Да пусть выкидывают, мне эта кукла вообще не нужна. Главное, чтоб айфончик не трогал. Блин, слушай, он так бегал за этими куклами, искал, старался. Ну он же наш друг. А чё он лезет в мои секретики? Подумаешь, сходил за куклами, тоже мне поступок. Глупая Света, что он о себе возомнил вообще? Получай. А еще у него вместо щелки теперь кругляшок. Ай! Блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Света? Че это было? Так, проверим. Свет, может, водички попьем? Водички? Офигеть, кукловоду в реальной жизни. Что это происходит, а, тут? Света, че с тобой? Давай-ка я лучше телефончик подержу. Спасибо, не надо. Так, проверим-ка. Ты что сюда пришел? Что с тобой? Ничего. А ты что, куклу пришел мне отдать? Не, ту куклу я выкинул. Я вообще с тобой помириться пришел. Если хочешь, я тебе взамен другую куплю. Блин, да не нужна мне эта кукла. Ребят, я вспомнила, мне надо доклад ответить там. Все, я пошла, давайте. Я с тобой. Я тоже. Доклад. Эй, ну Свет! Они что, не увязались за мной, а? Свет, ну послушай, просто с тобой рядышком посидим, мешать не будем. Так, подождите, мне нужно сосредоточиться. Мне нужно было подготовить доклад. Доклад. О, доклад по совам. Раз вы тут, побудьте у меня за место комиссии, да? За место учителей, что ли? Да. Свет, мы тебе поможем. Давай, все. Супер! Подальше отсядьте, вы мне ауру загораживаете. Хорошо. Ладно? Выйти, а? Извините. Иди, вот тут стулья есть. Совы. Прости. Совы – это пернатые птицы. Причем некоторый вид птиц стали жертвами браконьеров, которые охотятся на них. На данный момент их численность составляет около 500-400 тысяч видов. В данный момент... Свет, это входит в доклад? Я не знаю. Это Света так показывает, как птицы летают. Они точно так летают? Нет. Так нет или да? Да нет же. Светочка, ты какая-то странная. Точно все хорошо? Может, ты приболела? Тебе надо домой. Нормально все со мной. Просто сейчас водички попью и все. Я с тобой, я тебе помогу. Так, я делаю, она повторяет. А что, если приказать кукле что-то сделать? Хочу, чтобы Света танцевала русские народные танцы.
Как думаете, сработало? А ну-ка, сейчас посмотрим. Света! Света, ты чего? Света! Мы видели, как она танцует. Света, 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 давай! А это что сейчас было-то? Не знаю. Тебя что, на танцы-то потянуло? Нравится мне танцевать, Вик, вообще отстань от меня. Ничего бы еще такое-нибудь придумать. Я продолжу доклад. А что у вас произошло? Да ничего. Итак, на чем я здесь? А, совята уже вырастают в оперение. Извините, я выйду на секундочку. Да, да, иди. Спасибо. Маленькие совята. Хочу, чтоб Света хрюкала. Исключительно питается... Света, хрюшь ты? Свет, может тебе еще водички попить, а? Ничего мне... Ой, вот умора. Чего бы еще? А, хочу, чтобы Света вышла в припрыжку и не захотела вообще тусить. Надоела эта презентация. Света! Света! Ты куда? У тебя же доклад! Вика, отстань, я хочу тусить, прыгая! А нам тоже за тобой прыгать? Света! Как пингвинчик. Смешная, конечно. Так, ладно, хватит прыгать. Все, перехотела прыгать? Свет? Да, поехали в ангар. Ладно. А зачем в ангар? Туси, Дима! Свет! А вот помнишь, ты мне обещал, что гелик дашь на один день кататься? Чего? Да никогда в жизни, Дим! Ну ладно. Дим что, совсем, я не знаю, перепутал что-то? Ага, гелик у тебя попросил. Он бы еще айфон у меня попросил. Пусть Света даст мне гелик на целую неделю. Свет, мы едем? Вик, знаешь что? Я передумала. Что ты передумала? Дим! Что такое? Слушай, ты же хотел гелик у меня на один день, да? Бери да. На неделю. Спасибо. Я пешочком похожу. Вик, давай назад. Ты ему гелик отдала? Вик, да всего на недельку. Чего ты паришься? Вот-вот, Вика. Что не нравится? Хе-хе, кукла-то работает. Так, пассажиры, пристегнитесь. Света, с тобой точно все нормально? Ты вообще никому гелик не даешь. Да ладно, Вик, что тут такого? И вообще, это мой гелик. Что хочу, то и делаю. Вот-вот, Вик, что лезешь? Давайте, залетайте и начинаем тусить. А что делать-то будем-то именно? Свет, какая у нас может получиться тусовка без еды? Дим, вечно ты о еде думаешь. Если хочешь, иди заказывай. А мы тут и без еды справимся, да? Ну ладно. Хочу, чтобы Света угостила меня пиццей. Гениальная идея! Я закажу пиццу и колу на всех! Света, ты же не хотела заказывать только что пиццу. То ты не хочешь, то потом хочешь. Пицца – это отличное решение, Свет, особенно за твой счет. Вот я и говорю, какая вечеринка без пиццы? Думаю, 4 сыра, да? Какие 4 сыра? Пепперони. Алло, здравствуйте. Можно, пожалуйста, 4 сыра? А, не-не, пепперони и большую колу. Да какая пепперони? Ты вообще 4 сыра любишь. Вика, что ты такое говоришь? Ну, захотела, Света, пепперони. Пусть кушает. Что ты постоянно за Свету хочешь решение принять? Да, все, спасибо. Через 30 минут? Да, конечно, все. Чего ты так на меня смотришь? Дима, а пойдем-ка со мной. Спасибо, до свидания. Ребята, вы куда? Пицца скоро приедет. Ты видишь, пицца скоро приедет. Не-не-не-не, ты со мной идешь. Светочка, мы сейчас подойдем, секундочку. Чего тебе от меня надо? Ну ладно. Ты мне ничего не хочешь сказать, а? Не хочу. Что ты творишь? А вот это что у тебя? Ты сказал, что ты эту куклу выкинул? Ну мало ли что я сказал. Мне эта кукла понравилась, красивая. Ага, так я и поверила. Отдай сюда. Ай! Яй-яй-яй-яй! Это что такое, Дим? Ладно, иди сюда, сейчас я тебе все расскажу. Короче, я не знаю, как так получилось, когда я что-то делаю с этой куклой, то же самое происходит со Светой. Это что, кукла Вуду?
не знаю. Куклу Вуду это когда руками-ногами двигаешь, а тут я ей говорю, и Света все повторяет, как с геликом. Так я знала, что это твоих рук дело. А ну-ка, дай мне эту куклу, я все Свете расскажу. Нет, это моя кукла вообще. Я должна все рассказать Свете. Нет, это очень прикольная штука, ты разве еще не поняла? Давай хотя бы еще денечек. А вот это было прикольно. Да я же говорил. Слушай, а можно мне куклу на минуточку? Можно. Что придумала? Подари Вике iPhone 14 Pro. Ты что со мной сегодня такое? Вик, иди сюда срочно. Иду, иду, Светочка. Куклу спрячь. Как я сам до этого не додумался. Светочка, а что такое? Что звала меня? Мне буквально вот пару секунд назад в голову взбрела такая идея. Это тебе. Подожди, ты хочешь подарить этот прекраснейший, красивейший айфончик 14 Pro мне? Ну, конечно, ты моя самая лучшая подруга. Было бы неправильно не поделиться с тобой такой радостью, поэтому пользуйся на здоровье. Ой, это так круто, спасибо. Самая лучшая. На пару слов. Я сейчас. Ребята, куда вы все время уходите? Мы тусить не будем? Сейчас, Светочка, придем и будем тусить. Ты что такое? Вика, я вообще-то первый хотел у Светы айфон забрать. А че не додумался тогда? Я просто не успел. Давай сюда, это мой айфон. А с чего это он твой, а? Потому что я нашел куклу Вуду, поэтому и айфон мой. Ага, фигушки тебе, айфон мой. Хорошо, я тогда сейчас пойду и все Свете расскажу, как ты поступила со своей подругой. Не-не-не-не-не, Димочка, Димочка. А, слушай, давай-ка я тебе айфончик дам. Спасибо. Не за что. А можно я тогда куклу возьму, а? На минуточку. Зачем тебе? А я хочу что-нибудь еще заказать, еще одну пиццу. Ну ладно, только осторожно. Хорошо, хорошо. Распались, айфончик. Ребят, ну а вечеринка? Спят усталые игрушки, книжки спят. Что это со мной? Раздевалась. Я стусить хотела. Одеяло и подушки, что тут, ребят, засыпай. Бай-ю-бай. Света спит. Алло, привет. Знаешь, ты кому сейчас позвонил? Человеку, у которого уже iPhone 14 Pro. Так это же ты мне позвонил. Неважно. В общем, я очень занят. Пойду дальше видосики смотреть на своем новом айфончике. Пока. Дима, а знаешь, что я тебе хочу сказать? Че? Отдавай iPhone. Вика, ты, видимо, не поняла, чего я тебе должен отдать свой айфон? Потому что это мой. Ах так, Света! Сейчас, подожди, одну секундочку. Угу, давай, давай. Света, Света, просыпайся. А чего она так крепко заснула? Баю-баюшки, бай-бай. А ну-ка, дай сюда. Я сказал, дай. Света, просыпайся. Света. Ты что, куклу Вуду сломала? Нет, я ничего не ломала. Я не понял. Света, просыпайся. Хочу, чтобы Света проснулась. Рука, нога. Вика, она не работает. Да я не знаю, я ничего не ломала. И вообще не знаю, как эти куклы работают. Может, там батарейка села? Это тряпичная кукла. Какая батарейка, Вик? Я не знаю, я в технике ничего не понимаю. А и в куклах тоже. Айфончик, все, мне остается. Ну ты куда ушла? Что же делать? Может, у вас как наушники с айфоном соединить по блютузу там? Или по Wi-Fi, я не знаю, там, может, по спутнику как-нибудь. Илон Маск, помоги, куклу Вуду со Светой Кемер соедини. Может, как беспроводная зарядка сработает? Света, возьми, вот так вот. Света, ты проснулась? Вика, что происходит? Я сейчас такое видел. Наконец-то мы воссоединились. Вика, у нее такой же значок, как у куклы. И что это значит? Теперь наша очередь повеселиться. Теперь это твоя кукла Вуду. Вика, она походу про тебя. А может про тебя? Что мы сделаем с Димой? Она про меня. Еще с куклой разговаривает. Светочка, очнись. Отличная идея. Эй,
Я не хочу! Что за фигня? Вика, как мне это остановить? Эй, Светочка, выпусти меня, пожалуйста, я не хочу здесь сидеть. Я больше не буду на того шутить. Свет, может быть, не надо, а? Ты тоже хочешь туда? Не-не-не-не-не, и так хорошо. А вот и пицца. Светочка, выпусти меня, пожалуйста. Ну я же не совсем плохой, я просто пошутил над тобой. Что такого-то? Ну, Свет, ну выпусти, пожалуйста. Сейчас я тебя выпущу как-нибудь. Да-да-да, Вик, давай, только побыстрее. Ты что делаешь? Я издеваюсь над ним. Эй, Вика! Это хорошо. Присоединяйся к моей вечеринке. Да-да, конечно. Вика, ты что делаешь? Света, это, кстати, твой фончик. Я помню, он твой, такой красивый. Вот, держи. Конечно, мой, чей же еще? Угощайся. Спасибо, Светочка. Ты моя самая лучшая подружка. Хочешь поиграть с ним? Нет, не хочет, Вика не такая. Не, Свет, я это пока пиццу поем. Очень зря, это же весело, смотри. Света, не надо... Света! Свет, а может это пока хватит, пиццу вот поедим? Слушай, Свет, она уже холодная, ее надо это разогреть. Может быть, ходишь по-быстрому, а я пока с куклой поиграюсь, как раз посмеюсь. Вика, не смей! Погреть? Ну вообще да, но кукла моя. Хорошо, хорошо, я тебя подожду тут, вместе повеселимся с тобой. Вика, это уже не смешно. Вытаскивай меня отсюда. Сейчас, его как я тебя вытащу? У меня никаких инструментов даже нет. У нас под диваном шуруповерт был. А как с ним работать-то? Кнопку нажимаешь, он крутит. Не нажимает? Нет, вот, смотри. А! Здесь не получается. Попробуй с этой стороны. Во! Молодец, как... Так. Я не поняла. А что, Свет, все хорошо? Где он? Кто он? Я никого не знаю, не видела тут вообще. Значит, ты решила меня предать? Не-не-не, Светочка, ну не... Ну хорошо, нет. Теперь это будет твоя кукла Вуду. Не, Светочка, пожалуйста, не надо, пожалуйста. Ты меня предала. Светочка, я это... Дима, лови! Предатели! Вика, что мне с ней делать? Я не знаю! Значок! Сними его! Света, спокойней. Мы твои друзья. Вы меня предали! Да никто тебя не предавал. Вам не убежать. Вика, значок не снимается. Кидай мне! Блин. А что мы делаем в ангаре и почему у тебя в руках та кукла, которую Дима выкинул? А нам сейчас Дима все расскажет. Пойдем. Дима! Ты что тут сидишь, пиццу ешь? Ну, у меня всегда, когда стрессовая ситуация, очень сильно есть хочется. А теперь ты должен Свете объяснить, почему эта кукла из мусорки появилась у тебя. Да что вы привязались к этой кукле? Света, главное, ты помнишь, что ты на целую неделю гелик не давал покататься? Ты что, на солнце перегрелся? Тебе сон приснился? Я тебе гелик никогда в жизни не дам. Понял. Держи. Ну, значит, про айфон я ничего говорить не буду. А что ты можешь сказать про айфон? Пойду я. Сегодня какой-то день странный. Пока, ребят. Пока. Спасибо за пиццу. А при чем тут мне спасибо? Так, явно сегодня что-то не так.